BMW 7 серии, кузов F01, F02. Вместо штатного монитора поставили монитор современной мультимедийной системы, в которой есть все самые современные возможности. Слева у нас Яндекс.Навигатор, справа YouTube. Управление осуществляется как со штатного сенсорного стекла, так и с помощью штатной крутилки. Все как в оригинале для дополнительных систем. Любой момент, любое приложение можно развернуть на весь экран. Полноценное мультитач сенсорное и голосовое управление. Кроме того, как вы видели, мы уже закачали YouTube, а можно зайти в Play Market и скачать абсолютно любое приложение. Также уже закачан онлайн телевидение. Все каналы со всего мира к вашим услугам. На весь экран разворачиваются. При этом все штатное сохранилось. Штатная камера заднего вида автоматически активируется при включении задней передачи. Все как и прежде. В любой момент можно перейти в оригинальную систему с помощью штатной кнопки. Здесь все осталось без изменений. И нажатием или прикосновением к стеклу переходим в мир современной мультимедии. Так что обращайтесь, и в вашем BMW может быть такой же или даже немножко лучше.